Несколько сотен людей приняли участие в безмолвном марше по Парижу, чтобы почтить память трех погибших в пятницу курдов и поддержать раненых. Шествие началось в 10-м районе столицы, вблизи курдского культурного центра, где в пятницу открыл стрельбу 69-летний француз, убивший троих и ранивший еще четверых человек. На тротуаре в этом месте установили маленький мемориал, куда скорбящие принесли фотографии жертв, свечи и цветы. Финальная точка маршрута – улица Лафайет, где в январе 2013 года были убиты три курдских активиста. Курдское сообщество в Париже обвиняет в случившемся Турцию и утверждает, что французская полиция и власти могли сделать больше, чтобы предотвратить трагедию. В выходные в столице Франции прошли несколько демонстраций, быстро переросших в беспорядки. Участники переворачивали автомобили, жгли мусорные баки и разбивали автобусные остановки. Согласно заявлению прокурора Парижа, подозреваемый в стрельбе француз на допросе сказал, что патологически ненавидит иностранцев.